Окончил эстонский художественный институт в Таллине. Монументалист. Когда приехал, делал большие монументальные работы. Но, конечно, все время станковой живописью тоже занимался. Картины писал. Вообще, этот натюрморт я недавно узнала. Здесь написано букет цветов, посвящен моей песне. У меня есть песня «Гулизард», желтый цветок. Когда мы познакомились вот здесь, в этой мастерской, он что-то спрашивал, мы разговорились, потом я спела ему эту песню. А он очень любил эту песню. И оказывается, он написал вот этот натюрморт. Мы познакомились дома у Фируза Бахори, композитора, после концерта. Его авторского. В 1995 году умер Шадмон Пулади, такой композитор был внезапно. И он сделал такой концерт в памяти друга. Там я тоже участвовала, там что-то играла в его концерте. А Муриват тоже был, он в зале был. Это Малика Сабирова. Но он очень хорошо относился к ней, очень. Уважал, гордился. Он очень хорошо писал обнаженную натуру. Вот это одна из хороших работ. Работать с натурой. И в последнее время очень страдал, что не может писать. Например, вот обнаженную натуру он очень любил. Вот это. И хорошо писал. И в Москве и все говорили, восхищались. Беседа суфьев. Это музыка на тамбуре играет. А это мать и ребенок, сын. Вот эта тема очень много встречается у Мальвата. Это автобиографично. Тема. Очень любил маму. И вот это много есть. Иногда вот даже говорили, что не похоже, да, там кого-то писал. Особенно женщины, они любят, чтобы красиво сделали. А он никогда так специально красиво не делал, наоборот. Что-то вот уловить именно характерное для этого человека. Нравится вот какую-то, увидит позу, образ, да, и пишет. Может, даже хорошо не знает человек. И когда пишет, изучает, открывает. Он мне много рассказывал, как отец любил лошадей. Вот ему 3 годика было, когда он умер. Я помню, я говорю, 3 годика, помните? Говорит, да, помню, говорю, много-много лошадей было. Он, отец был сильный мужчина, так он переплывал реку горную такую. Но мастерство связывает именно с цветом.
работа с цветом. И потом цвет иногда он пишет, а потом раз какое-то пятно вот это. Я говорю, а вот это зачем здесь, да? Вот этот цвет. Он говорит, потому что есть тона холодные и теплые, да? Вот желтый это теплый, да, синий холодный. А чтобы картина держалась, нужен баланс. Вот я, говорит, все написала, что-то не хватает. И вот это пятно, когда поставлю, все, уже есть гармония. Он писал много раз, вот. И каждый раз по-другому решал это. Там было вот эти три девушки, как будто парят в облаках, да? Так, вроде так шьют, а все так висит, и как будто ангелы.